инициатор этой акции — это ДВД нашего региона. Они вышли на спортивную общественность и вот совместными усилиями решили сделать такое мероприятие, автопробег и толкать самолет. Здесь собрались и наш футбольный клуб «Шахтер», и федерация ММА нашей страны, и вся спортивная общественность нашего региона. Вот. Вообще цель акции — поддержка наших спортсменов, наших олимпийцев, всех казахстанцев на предстоящих Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Будем вместе совместно болеть и желаем побед. Подготовка была? Как? Нет, подготовки не было. Я первый раз буду. Ну, не я один, конечно, буду это делать. Все вместе, я думаю, выполним этот самолет, все завершится успешно. А характеристики самолета знаете? То есть сколько он весит и сколько тащит? Ничего я не знаю. Тогда такой вопрос: как оцениваете шансы наших карагандинцев на это? У нас есть шансы завоевать медали. Я думаю, наиболее такой шанс может быть бокс. Ну, за Аблая будем болеть. Он молодой, неожиданно. Минимум медаль. Ну, шансы, конечно, у каждого есть. Кто как подготовится, кто как настроится. Олимпиада — это такое мероприятие, где нервы должны быть такие железные. Олимпийское спокойствие. Но как такого олимпийского спокойствия не бывает. Бывает внутреннее спокойствие. Олимпиада, наоборот, все еще такое состояние, что мандражи всегда есть. Понятно. Пару секунд постойте, еще микрофон. Ага. Так, еще вопрос один такой. Поспорил с коллегой. Вы сможете просто на камеру сделать вот так вот, бок, хлопнуть рукой? Рукой в бок, вот так вот получается.